Ребята, я хочу вам показать, что у меня под одеждой. Ну, вот как-то так. Ну, Али, все нормально. Ой, стоп, что? Ничего себе, у тебя кабачок. Это что, кабачок? Я ничего не видел. Я не знаю, зачем он это сделал. Ах ты бесстыжий говнюк. Ты что, кабачок не видел? И что дальше? Ну что, братишка? Ну нет. Будем следовать трендам. Показываю. Не смотрите туда. Вот как-то так. Подожди, ты ведь не хочешь сказать, что... Он сошел с ума. И вот зачем ты мне это показываешь? Это все, что у меня есть. Мне не нравится, что ты тоже этим занимаешься. А ну спрячь свою змею. Прости, но ты офигел. Я не могу сказать, что я сильно хотел. Эй, ты чего? Простите, это начал он. Не нужно это делать. Пускай тело дышит. Так ведь? Нет, не так ведь. Ну, так ведь? Или он нет? Абсолютно нет. Послушай, это абсолютно неправильно. Итак, я готов вам показать себя во всей красоте. Уничтожить унию! Эй, агент, а ну-ка объяснись! Ты что себе позволяешь? Смотрите, он вывалил причандалы! Что ты там задумал? Только не говори, что... Подожди, это что? Ну что, мои дорогие зрители, сейчас я вам покажу свою душу. Уничтожить, уничтожить. Колбасу вывалил. А что, нравится? Я вам честно скажу, я долго не хотел, но ладно. Я вам скажу, без одежды очень комфортно. Я надеюсь, это другое. Ладно вам, блин, чё вы? А я сидел. Мой мальчик. Эй. Нет, не надо. Вы готовы? Не делай это. Поели. Ого. Он это сделал, я не буду на это смотреть. Любуйтесь мной. Да, нормальные кокосы. Я создан для любви. А ну давай померим, у кого больше. За что? Прости, бро. Но я Сигма. О нет! О да! Как-то так! У меня не только большое ядро! Но ты опять это показываешь! Это никому не нужно! Никому! Ну что же, вот дошла очередь до меня. Я вам покажу все. Если что, не пугайтесь. Я немножко не такой, как вы могли думать. Я думаю, это будет весело. У тебя там вантус? Я не понимаю, что это? Я хочу это забыть. Я тебя понял. Иди к папочке. Озвучено каналом Неми. Хэшкей!